В Люберцах проходят 30-е всероссийские соревнования по боксу, посвященные памяти заслуженного тренера СССР, первого руководителя Люберецкой школы бокса «Спартак» Виталия Островерхова. В течение 3 дней за призовые места поборются 125 спортсменов 13-14 лет. За поединками наблюдали и мы. Турнир объединил спортсменов 14 регионов. За звание лучших на ринге состязались боксеры из Подмосковья, Тульской, Рязанской и Владимирской областей, Запорожья. Люберецкий округ представляет 21 человек. Боксом я стал заниматься, потому что решил пойти по стопам братьям. Я очень старался, и не зря я выиграл. Я этому очень рад. Боксом я занимаюсь 5 лет, и бокс мне нравится, потому что здесь вырабатывается сила духа, вырабатывается там отношения между соперниками, выносливость, все вырабатывается. То, что пригодится в дальнейшей жизни. Я приехал сюда за победой, я готов победить любого, кого бы мне не поставили. Первый турнир, посвященный памяти Виталия Островерхова, провели 7 ноября 1995-го, через полгода после смерти легендарного спортсмена и тренера. Его организовали на средства люберецких боксеров, воспитанников Виталия Андреевича. Люберцы и ребята люберецкие – это мои, как говорится, сыновья. Я очень благодарна. И я, понимаете, в чем дело? Сейчас такое неспокойное время у нас, а наш турнир помогает нам, ребятишек, научить любить родину, не шататься по улицам. Виталий Андреевич очень всегда беспокоился о молодом поколении. Для меня самое главное, что этот турнир не заканчивается. В субботу, 18 мая, в «Триумфе» пройдут финальные бои. По их результатам лучшим боксерам присвоят спортивные разряды. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.